У каждого на груди георгиевская лента – символ победы, подвигов и памяти о героях. Ученики 11-й школы держат в руках портреты фронтовиков и цветы. В этот день в школе отдают дань памяти герою России Игорю Маринкову, чье имя носит образовательное учреждение. Игорь Валерьевич родился 9 мая 1975 года. Я горжусь нашей школой, то, что она носит звание Героя России. Наши ученики чтят память Игоря Валерьевича. Игорь Маринков, выпускник этой школы, служил в управлении АФСБ России. В 2015 году получил тяжелое боевое ранение. За героизм и отвагу награжден двумя орденами мужества, медалью ФСБ за доблесть. Звание Героя России присвоено посмертно. На примерах подвигов земляков воспитывается патриотизм. Представители подразделения антитеррора «Альфа Краснодар», присутствовавшие на линейке, отметили значение этой работы. Это важно, чтобы те, кто подрастает, помнили историю не только в общем, историю страны, а конкретно вот этой местности, где он живет, кто был героем. Это гораздо ближе и гораздо лучше воспринимается, когда ты с героем или знаком, да, или, допустим, ты знаешь его родственников. Сегодня традиционно во всех школах в преддверии Дня Победы прошли линейки, посвященные памяти, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И в чем акцент делался? Это не только, конечно, память в Великой Отечественной войне. Это и те наши современные герои, которые жили среди нас, учились среди нас. И 11-я школа, она, возможно, показательная здесь, потому что здесь герои и афганской войны, и локальных войн. В одном из учебных кабинетов стоит парта героя. Честь сидеть за ней на уроке мужества предоставили офицерам Альфы. На этой встрече со школьниками они говорили о силе духа, о героизме Игоря Маринкова. Вспомнили и других защитников Отечества, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, отстаивал интересы государства и выполнял боевые задачи в локальных конфликтах современной истории, кто совершает подвиги в мирное время. Я уверен, что в этой школе любого возьми, он будет так же, и если Родина прикажет, он также выполнит свой долг и будет таким же героем. Но не хотелось бы, чтобы эти были герои посмертные. Хотелось бы этих героев видеть в жизни, и чтобы они наполняли нашу жизнь жизнью героя. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».